Глава города Анатолий Пахомов встретился накануне с подрядчиками, чтобы обсудить, как идут работы. Выйдите туда, на мемориал, за вокзальный микрорайон. Там справа, слева надо обрезочку сделать, там аккуратную. Вот, привести все в порядок, вывести оттуда. Особое внимание уделили мемориалу в Завокзальном, который будет полностью обновлен к 9 мая, а также стелле на площади у главпочтамта и праздничному озеленению курорта. Мы уверенно можем сказать о том, что 9 мая все наши горожане увидят обновленные памятники, обновленные мемориалы. Они будут украшать наш город, они будут достойно выглядеть, я в этом не сомневаюсь. Добавлю, что уже сейчас на баннерах и щитах курорта вместо рекламы появились фото героев Великой Отечественной и символика 70-летия Великой Победы. А сами праздничные мероприятия будут длиться несколько дней. Начнутся 6 мая с открытия памятника воинам-сочинцам. 8 мая на курорте пройдет акция «Свеча памяти», а 9-го торжества начнутся в 9 утра с митинга памяти у мемориала в Завокзальном микрорайоне. А затем пройдет шествие по курортному проспекту от Зимнего театра до площади Южного мола Сочинцев. Морпорта.